Всем привет! Сегодня будет такое интересное видео. Живет у меня в семье вот такой товарищ, любитель сыра. Классный пацан, любимец семьи. Но есть одна проблема. Ночью этот красавец очень сильно любит бегать. И у него стоит для этого вот такое колесо. Это колесо, оно имеет очень большие люфты. На. На, еще покушай. Сыр обожает просто. Это колесо имеет очень большие люфты. И когда он ночью начинает бегать, вот эта вся клетка начинает ходить ходором. Не спим не только мы, но и не спят, наверное, еще и соседи снизу. Сегодня хочу попробовать эту проблему устранить. Снял я вот этот барабан. То есть он здесь держится вот такой вот пластиковой защелкой, которая, как вы видите, вся дребезжит. И, соответственно, мешает спать. Новую деталь я хочу изготовить на подшипнике. Набросал комплектующие. Использовать в качестве обоймы для подшипника я буду вот такой алюминий. Этот алюминий я плавил сам. У меня на канале есть видео. В качестве подшипников, видите, буду использовать вот такую БУшку. Я имею такую привычку все, что разбираю, не выкидывать. Вот для таких вот неответственных узлов, я думаю, вот такие БУшные подшипники подойдут более чем. То есть вот я выбрал себе один подшипничек. По наружке он 22 миллиметра, а внутрянка у него восьмерочка. Делать я это хочу как можно проще, чтобы было как можно меньше операций. Набросал вот такой вот рисунок. Вот это будет моя алюминиевая болванка. Вот это посадочное место под подшипник. Вот это я расчертил. Здесь будет нарезана резьба. Вот я вынес в четырех местах. Диаметр самой заготовки у меня 39. Она уже и есть 39, то есть чистовой размер. Вот здесь отверстие сделаю сквозное на 13 мм, для того, чтобы всунуть туда крепежный болтик. И пятнашка будет у меня ширина. Крепежный болт я вот набросал, но потом нашел у себя в мусоре вот такой вот. Он, в принципе, почти идеально подходит. Резьба здесь шестерочка, единственное, здесь 9 мм тело. Я его немножечко проточу под восьмерочку, я запрессую. То есть, в принципе, болт у нас почти готов. Начинаю с того, что детальку я сначала просверлю 13-м сверлом. От этого будем уже плясать. Просверлил на глубину 20 миллиметров, так как у нас заготовка должна быть пятнашка, обрежется, но взял немножко с запасом.
Подшипник у меня шириной 7 мм или толщиной 7 мм, поэтому проточку сделаю под него на глубину десяточка, для того, чтобы спряталась еще шляпка шпильки. Расточил посадочку, то есть, в принципе, как вы видите, она уже прилипает, уже туда, в принципе, она зайдет. Алюминий мягкий, поэтому проблем с этим не будет. Я хочу, чтобы оно плотненько здесь сидело. В принципе, оно чувствуется, что оно уже туда лизе. Надо только немножечко помочь. Перед тем, как обрезать, я сделаю разметку. Удобно это делать сейчас. Пока заготовка зажата в патроне, мне надо разделить ее на 4 равных части. В принципе, ничего сложного тут нет. Так, раз. И разворачиваю патрон на 90 градусов. Так. Все, я надеюсь, видно разметочки, и не надо мучиться. То есть все у нас четко.
Когда-то сделал проточку в кулачках, чтобы зажимать такие микродетали. Меня мои телезрители очень ругали, потому что говорили, что я кулачки испортил. Но на самом деле оно так выручает, ребята, это просто супер. То есть я ни капли не жалею, что я здесь проточил. Это тоненькие шайбочки, вот так что-то аккуратненько зажать. По-другому просто не получится. Допилю ножовкой, потому что заготовка очень тоненькая, боюсь резец сломать.
получаю вот такую заготовку. Так, получилось пока вот так. Теперь перед запрессовкой вот сюда, в эту заготовку, мне нужно просверлить 4 отверстия, соответственно, найти 4 винтика и нарезать резьбу здесь. Сверлить отверстия я буду двоечкой, сверлом винтики беру на 3. Так, народ, не получилось у меня нарезать резьбу. Алюминий настолько мягкий, что если вы увидите, я сломал 3 мячика. Вот 1, 2, 3. То есть 3 оборота, оно просто вязнет в алюминии, а мячик очень тоненький, чуть-чуть раз, хруп сломал. Короче, от идеи нарезать резьбу я отказался, просверлил 3 отверстия по контуру. И выход — это саморезы по металлу. Я уже попробовал, и они отлично вкручиваются, отлично держат. Надо было сразу так сделать, а я что-то тупанул. Но ничего. Алюминий, получается, плавил сам, и он очень-очень вязкий. Сейчас мне нужно на вот этой штуке удалить вот этот вот аппендикс. Он тут лишний. Его мы просто обрежем ножовкой. Подправим. В принципе, вот так подойдет. Это чтобы не мешало подшипнику. Теперь мне нужно запрессовать подшипник в обойму. Делается это очень просто. Он уже сюда просится. Я нашел вот такую вот подкладочку и вот такой пробойчик, он как раз сюда идеально подходит. Получаю вот такой вот механизм. То есть, в принципе, все отлично вращается. Перед сборкой набью смазочки. Смазку я храню вот в таких тюбиках от Дезика. В принципе, очень удобно. Набью графитки, потому что ничего другого сейчас нету. Я думаю, графитка будет отлично. Ставлю пометочки. Сначала наживляю все. Как вы видите, все вот эти косяки, они закрылись, их все равно не видно, кроме 3 шляпок саморезов, в принципе, нормально смотрится. С этой стороны получается вот так вот, ну, маркеры там мы повытираем. Ну, в принципе, вот такой механизм. Сейчас ставлю сюда 2 шайбы, для того, чтобы зажимать между прутиков. И, в принципе, можно идти испытывать. Повезло, вместо гайки нашел у себя в хламыжнике вот такую вот пластиночку. Она уже изначально имеет нужный нам размер. И внутри, как раз по центру, резьба шестерочка. То есть ее я просто накручиваю. Это нам намного упрощает задачу. Давайте я, чтобы сделать упор, накручу, наверное, сюда все-таки гаечку. Она будет у нас что-то вроде ограничителя.
Теперь навинчиваю пластину. Все, пластину я навернул. Это теперь у нас упор. Уже чтобы было для симметрии, две продолговатых шайбы, нашел вот такую вот ерунду. Она была без отверстия посредине. Я просверлил семерочкой. Отлично. Налазит. И гаечкой будем зажимать. Сейчас идем устанавливать. В принципе, пока мне нравится. Крутится вроде ровно, смотрится отлично. Поехали ставить.